Закрыв дом и бросив один. Стены немного поломаны, ну и что? Более-менее обслуживание начинается только после жалоб посетителей. Проверять. А как вас зовут? Как будто бы я был не в отеле, а на хоррор-квесте. Особенно вот с этим длинным коридором страшно. Было такое ощущение, как будто вот-вот сейчас кто-то выбежит. Какой-то светильник лежит, его можно включить. А теперь внимание в студию. Для того, чтобы увидеть, что показывают по телевизору, тут нету звука. Нееееее. Мы берем пультяру, берем и смотрите. Я отправился в парк, потому что сказали, что там есть какой-то монстр. Вот, казалось бы, ничего не предвещает беды, а потом... Паша, это Паша. Я ел чипсы и смотрел новое видео. Здорово, леопардики. Что это такое? Это фотошоп. Матрас, если честно, не в самом лучшем. Может, здесь кто-то прячется? Зато есть щетка. Реально. Смотрите, что он скажет нам сейчас. До свидания.